Реконструкцию одного из крупнейших судостроительных предприятий страны, завода «Звезда» в Приморье, необходимо закончить в срок. На судоверфи, где занимаются ремонтом и модернизацией атомных подлодок для Тихоокеанского флота, сегодня побывал Дмитрий Медведев. Уже к 2024 году там должны наладить производство гражданских судов, а также морской техники для освоения российского шельфа. Проект продолжили обсуждать и во Владивостоке, где премьер провел заседание сразу двух правительственных комиссий по импортозамещению и по вопросам развития Дальнего Востока и Байкала. Для повышения инвестиционной привлекательности отрасли на базе Дальневосточного центра судостроения и ремонта создается современный промышленный кластер по строительству судов и морской техники. Ну, я вот только что посетил его вместе с коллегами, посмотрели, как там все выглядит. Впечатления такие, они, ну, разные, что называется. Действительно, видно, что стройка идет, что она набрала обороты, но очевидно и то, что нужно работать быстрее, строить энергичнее. Все должно крутиться быстрее. В этом требовании сегодняшнего дня. Особое внимание уделили Комсомольску-на-Амуре. На необходимость заняться развитием этого города, четвертого по величине на Дальнем Востоке, говорил в своем послании президент.